О том, какая погода ждет нас в ближайшие дни, сейчас продолжит рассказывать наш синоптик Иван Гордеев. Иван, продлятся вот эти прекрасные такие зимние, весенние, не знаю даже, как их назвать правильно, дни? Да, действительно, они такие, довольно сложно их как-то обозвать, но вот еврозима действительно продолжается. Продолжится такая довольно теплая погода, и дирижировать погодой у нас вот этой будет череда западных циклонов. Вот по данным метеостанции у меня за спиной, температура воздуха сейчас примерно на 14 градусов выше, чем, в принципе, можно было ожидать на это время. А вот в этих юго-западных потоках, которые всю неделю у нас будут господствовать, температура воздуха будет значительно превышать норму. Дневные часы температура воздуха будет колебаться около 0 градусов в течение всей недели. Да и по ночам не сильно холодно, не ниже минус 10. Но вот такой вот комфорт от теплой погоды будет с лихвой компенсироваться сильным порывистым ветром, который временами будет наблюдаться на этой неделе. Да и снег все так же, если и будет, то незначительный. Но вот интересные факты. Видео сняли в городке Солсбери на востоке Канады. Там после прошедшего шторма повсеместно отмечается довольно сильные сугробы с высотой более 1 метра, в том числе и на железнодорожном полотне. Так вот, машинистам, чтобы вовремя успеть доставить грузы потребителям, приходится вот таким эффектным способом пробивать себе дорогу. Но вот, казалось бы, снег — это наш сибирский исконный бренд, а вот и нет. Ну а что будет дальше, узнаем через неделю. Ольга. Спасибо, Иван. Я думаю, многие сейчас испытали чувство легкой ностальгии по вот этим большим белым пушистым снежным завалам.